Так. Всем здравствуйте, дорогие друзья. С вами Таверна Хардстоуна. Мы играем в арену, с вами Виктор. Собрался тут маг, довольно-таки легкий. Нет, да не то, что довольно-таки легкий, прям легкий маг. С приличным количеством добора. Так что, надеюсь, получится выбить хотя бы 5 побед, потому что есть квест на 5 побед магом. Погнали играть. Моя лучшая игра, он кто-то пишет в чате 8-3. Но у меня, по-моему, 9 было, да? Но топс, так, ты был прав. Я вчера с 23 ранга до 20 поднялся. А в чем я был прав? Не, я говорю, что как бы взять 20 ранг, это вот, щелкнуть пальцами на самом деле, если у тебя хоть что-то в котелке варится. Моя лучшая шла 4-0, закончилась 4-3. У меня было 6-0, 6-3. То есть 3 слива подряд на 6 победах. Бывало и такое. Неплохо. Одержимый, ледянка, плотоядный интеллект. Блин, а может прям так и оставить? Было один раз 12-3. Вот ты сейчас кого пытаешься напарить? 12-3 не может быть. Сам подумай, почему. 12-3, тоже мне сказочник. Какой у меня батлтек? Я все равно не принимаю. О, как даже у меня нестабильный портал есть. Я даже забыл про это. Ну, сейчас хорошая игра будет. Да. Я вас внимательно слушаю. Жесть. А чё тут, вот другого ничего не нельзя было кинуть? Либо, может быть, 12-2, там, или 12-1, или 12-0, либо 11-3. Но 12-3 не может быть. О, какая засранка выскочила, а. Так, ну, в принципе, если это 0 плюс заморозить... Я просто боюсь, если он еще кого-то сейчас выложит, то при смерти он его бафнет на плюс 3, поэтому надо убивать уже сейчас. Конечно, вероятность того, что все три кинутся куда надо... Нету такой вероятности вообще. Хорошо. Главное, как грамотно-то все попадало. Нельзя давать ему кого-то бафать. Хреново, что за 4 маны играть нечего. Ну, хотя бы за 2 что-нибудь было. То вот видите, у меня 3 и 5. Вот он, получается, один кристалл остается. Значит, надо топ-декать что-то. Я только вчера начал в ХС играть. Уже 20-й левел у мага, пишет физрук 229. Все верно. Так и должно быть. Блин, все бы хорошо. Я, конечно, могу две карты задровить, но он его потом убьет. Неравноценно как-то. Поэтому надо его убивать. Чуть-чуть не хватает, чуть-чуть. Не чуть-чуть, даже прилично не хватает. Блин, интересно. Как же все хреново, а? Ну, можно, в принципе, на него пока попробовать не обращать внимания. Хотя он этого сожрет. Ну и пусть жрет. У меня такой же будет вурдалак, да? Давай так сделаем, хорошо. Сейчас он в 3-2, наверное, ударит. Блин, что-то я косякнул, по-моему, да?
В принципе, там можно будет разрулить 1-2 плюс плевок. Противная карта у приста вот это. Блин, ни хрена себе. Это же совсем плохо. Защитник Фаргуса, блин. Принимать 7 на лицо. Хотя тут не на лицо ж пойдет. Не 7, точнее говоря, пойдет. Что здесь меньше будет. Сейчас, если эти двое умрут, это будет 5-3. Вот опять бы сейчас бы главу культа кинуть бы. Ну ладно. Наверное, надо сжирать его, пытаться чем-то хоть. Так, он станет 2-2, да? Блин, он его похилит, он станет большой. Значит, надо так делать. За 0. Блин! Безликий манипулятор. Давайте рискнем. Ну, в конце концов, пусть сам нападает на 5-3, если хочет. Сейчас он... Ну, нормально, что сам напал. Хорошо. Что это такое? Что-то там плоданул, фигню какую-то, плодоножку выкинул. Вот сейчас можно надроиться, классно будет. 4. Что ты, что ты, что ты еще там решил сделать? Вот ты ж какую каку еще кинул, а? Сколько? 4 повреждения дыхания дракона. Так, что я могу сделать? Я кидаю этого, убиваюсь об этого, дыхание дракона становится за 2 маны. Я дровлю 2 карты, можно убить детка. Да, наверное, надо будет убивать детка, и он сам пойдет меняться с 4-2 по-хорошему. Наверное, так лучше, плюс я еще карт надровлю немерено. Давайте так попробуем. Наверное, детка лучше убивать. Ну, будешь бить или нет? В лицо, наверное, пойдет. Нет? Прям ушел. Хорошо, ладно. Так. Продолжаем веселье. 7 маны. В принципе, можно 4-3 и 3-1 поставить. Хотя вот этот как взорвется. Так, какие еще варианты есть? Паучок. Паучок, паучок. Берзерк. И паучок. Берзерк и паучок. Либо крошер. А можно просто бомбометателя кидануть? Там, в принципе, все нормально воспримут это. Давайте. Бомбомет. Вот это сейчас беда, конечно. Не в того. Не в того зашло. Ай, блин. Зачем? Сейчас он еще дровнет карту, блин. У жителям боли. Если не дурак. Почему он в этого кинул, господи? Кинул бы в этого или в этого, все по-другому бы было. Я изменю твой разум. Ты ж какой, а? Дерзок.
странный он какой-то. Я бы сначала ударился, дронул бы карту, а потом уже тогда забирал бы. О! То, что надо, пацаны. То, что надо, пацаны. Я всегда проблемы заклинания. Да, у меня, ребят, два фаербола, стена огня, овца. Все это есть в колоде, айсболты есть, даже аркан мислы есть. Но, к сожалению, ничего не приходит. То есть мне только сейчас существа одни прут. Заклинания есть в колоде, причем их так прилично существует там. Но, к сожалению, их пока нет. Стежок затащен. Да, ну человек грамотно вошел. То есть ему убивать его. Во-первых, он тогда мне дровнет карту. Да. Ему единственный сейчас вариант это сайленсом как-то его глушить. Странный выбор, я бы 4-5 пошел бы в атаку. Он бы еще и же... А, он бы живой все равно не остался. Да. Тогда да. Ой-ой-ой, накидал ты говнище какое. Вот и фаербол. Так. 9. Мне сейчас однушек понасливает. Так. Два. Плюс два, три. Этого он убьет. Это все повырастает. Эх. Да была бы волна, видите, не хочет заходить и все. У меня кончается время. За орден! Криво. Ладно, надо было 2-1 ставить. Сейчас убивается. Была ошибка моя. Ты что, издеваешься, а? В принципе, можно скопировать. Блин, ну там что-то сильно вообще. Ботва. Да, чувствую, сливом попахивает вообще так-то. Можно либо мелочью откидаться, это 3 плюс 2, так. Недостаточно. 4, 2, 2. Света палит тебя! 4-2-4. Он, конечно, это все разберет. Но все-таки. 2-3-1-2, так. Пусть разбирает потихоньку. Ну как потихоньку, конечно, быстро разберет. Да ёкерный бабай, да ты чё?
Но это жесть, ему вся магия зашла, которая только есть. У меня ничего не идет. А чё, вот что мне с этих точечных заклинаний-то теперь? Где моя стена огня? Give me the wall. Превращение, ёлки-палки. Где вы раньше-то все были? Где вы все раньше были? Ну, либо на этого превращения, наверное, на этого превращения надо кидать. Надо как-то держаться. Надо ждать волну огня. Овцу на крошера кто-то пишет. Ну да, это было очевидно. Можно было либо фаерболом. Что-то парню вообще все зашло, что только можно. Ну давай, стеночка, приди, топ-декнись, пожалуйста, я тебя прошу. Да сейчас не стенка, то до свидания. Не... Ладно, еще поиграем. В принципе, здесь думать-то нечего. Ну, теперь все будет зависеть от того, что там у него еще в руке есть. Лакер. Нифига себе, лакер. У меня 7 карт осталось в колоде. Я эту стену огня жду. Она все никак не идет, не... Ёлы-палы. Косяк. Все, слил, да? Да, слил. Вот даже если это убивается... Все, молодец, парень. Эта партия за тобой. Блин, ну лакерок, а? Проирок, лакерок. Все-то ему пришло как надо. Да, не все равно ГГ. На ход или на два раньше пришла бы, совсем другой расклад был бы, а так... Шайна и Рексар! Да начнется охота! Не стоило напрашиваться. Все, я теперь эти карты, наверное, никогда не увижу. Ты что, издеваешься? У меня вся колода из 2-3 по мане. 60%, наверное, 2-3. И мне что, на сдаче заходит 4-5? Что потом 4-5 заезжает? Офигеть. Вот везение-то, а. Хотя бы карты хорошие. Сейчас главное перетерпеть. Надеюсь, там не фейсхант какой-то дикий. Могла из мех Йети прийти деталька провокация. Да. Уж действительно облажался. Надо было подумать и об этом. Мне это надо. Мне это не надо. Обращение в пар тоже не пришло в прошлом раунде. Тоже могло хорошо зайти. Особенно в конце. За орден! Нормально.
Ну, в принципе, все равно куда было идти бить. Так что... Ну, гад хреначил. Такая карта, которая бьет куда ей захочется. Но у него, кстати, есть преимущество у Огра. Ты бьешь в таунт, но он может передумать и пойти в любое место ударять. Не бывало такое, что это, наоборот, помогало. Так, а что за золотая колода у него? У кого у него? Что там сейчас? Огненная ловушка, что ли, будет? Понятно. Так, а она когда срабатывает, огненная ловушка? Когда я в крипа иду или в лицо, я забыл. Что же делать? Тогда в харю. Так, давайте подумаем. Если я этим убиваю, иду в харю, то эти умирают, маленькие червячки. А, соответственно, если я иду этим, то маленькие червячки остаются. Но надо идти тогда. А-а-а, в лицо ушел, гад. Ой. Время. Так. Что-то, но я не ожидал, что будет именно так. А что ж там тогда? А, какая-нибудь хреновая ловушка. У нас много секретов. Снайперский выстрел, оказывается, это был. Может, тогда лучше было бы элементали воды, действительно. Так. Так, ну теперь это точно огнеборская ловушка наверняка. Так, раненая рубаха. А тут крути, не крути, все равно скрывать надо. Но если это не огненная ловушка, то есть если это огненная ловушка, то Огр все равно не дойдет. Соответственно, если это какая-то ледяная ловушка, взрывная, было 100% тогда. Все умирали. Без вариантов было. А дальше. Где весь мой добор, кстати? Сейчас бы какого-нибудь этого любителя боли поставить, было бы вообще супер. За короля лича! Ух. Жахнул так жахнул. И опять ловушка. Во, блин, ловушек-то понабрал. Так, волнушка пришла. Можно, конечно, приколоться, попробовать обращение в пар поставить и предложить ему меняться в лица. Вот. Боюсь, там, конечно, ледяная ловушка, и тогда это будет жесть. Ну а что еще остается? Нет, там какая-то другая ловушка. На установку существа, что ли, опять? Тогда я не буду ставить. Какого-нибудь маленького существа бы, блин, задровить. Было бы вообще супер. Ну, в здравом уме никто не будет атаковать ледяного элементаля, как бы, да? Поэтому я рассчитываю на то, что он пойдет сейчас мне в лицо и сгорит.
Мучит там что-то. Так. Дарк Найт пишет: «Привет, Витя, новая рубашка, круть! Наконец-то разобрался со своей Нарнией». Хе-хе-хе, сработало, ребята! До свидания! Я вернусь, он сказал, интересно. Так, волна огня типа не вариант, ты хочешь сказать? Не, почему вариант? Можно все так же ударить в 0-2 и сделать волнушку. Но надо ли нам делать волнушку? Вопрос... Так, ну сейчас я любого, кого выкидываю, в принципе, он тут же умирает. Поэтому это не вариант. О! Отлично. Как раз жертва. Шестой получает минус 2 к атаке до конца хода. Тоже хороший вариант. Посмотрим, сработает ли. Отлично. Можешь убивать. Так, этого, я думаю, можно съесть. Либо пойти к нему в лицо, а этого У меня кончается время. Так, ледянка просто не... Ты называешь это оружием? Надеюсь, у него нет никакого там... Глифы какой-нибудь сумасшедший. Ура, карты кто-то пишет. Бей в лоб, Витя, всегда срабатывает. В лицо. Может быть, конечно, и хороший вариант был в лицо ударить. Ну, у него есть арканшот, понимаете? Это... Ну, не арканшот, там, типа, двум целям по 3 урона. Вот сейчас он как бы и не убивает даже. Обнаружена магия. Так... Облуплятор. И мне главное его забирать-то нечем. Ну, что-то топ-декать интересное. Истекает. О! Топ-декнул что-то интересное. Так, это если я пойду в атаку... Я убью. Что же делать? Так, ребят, что же делать? Можно, конечно, дубликат его 2-5 сделать. Что же делать, блин, ребят, реально непонятно, что делать. Готово. Поганище выпустил бы и сломал бы стенку. Ну да, вариант тоже был. Я вот думал, либо поганище выпускать, либо интересно. Копировать. Так. Во, понабрал, а? Ты смотри. Зачищает. В этого нельзя ничего стрельнуть, ты уж извини. Что, безысходность была? Истекает. Так, что там у нас? 2 плюс 4. Ой, да, фу, блин, 2 плюс 4. 3 плюс 6, это 9. И плюс 5, 14. Привет, парень. Заведение на цель.
Отправляем. Копирую яйцо от даблшота. Что? Что за яйцо от даблшота? Но я поэтому поганище не стал ставить, чтобы он не убивал своих же, потому что у них по два здоровья оставалось. Если бы он его смог убить, а он бы его смог убить. А поэтому я копировал 2-5. Дарует мне победу. Не стоило напрашиваться. Паучка бы. Уточку давай. Уточку. Как вызвать уточку, ребят? Опа. Уточка. О, какой. Может, у тебя может быть служителя? Не, а сначала агру какую-то дать. По крайней мере, что играть в ближайшее время-то есть. Интересно. Что-то скопировал, гад, а? Скопировал и захилился. Как он может вообще АОЕшним его убить? Как может меня? Лаву слей. Как-то он... Опасный прист. Я до сих пор еще не очень сильно разбираюсь в различных комбах и вариациях различных героев. Я только раз, наверное, в маге да в паладине более-менее разбираться стал. Вот. Потому что за них чаще всего играю. А вот на остальные классы, конечно, у меня еще пока тяжеловато. Он мог фаербол у меня там, да, подрезать. Он его и не спасет, наверное. А вот он, что меня подрезал, засранец. Так, Аргус. Ну, можно, конечно, фаерболом кинуться. В принципе, это, наверное, хороший вариант будет. Потому что я с ним еще могу сделать? Закидать говном? В принципе, если вот этот вот попадет парень по нему, то можно паука, пинг и еще выложить служителя. Давайте попробуем, попадет, если... Не, не попал. Тогда фаербол. Эти дворфы на Эле мы еще предлагали. Хороший вариант, но тогда Элем выключается на 2 хода из игры, получается. Так, что сейчас будет? Ну вот сейчас, кстати, дворф на Элема вообще отлично заходит. Так что я даже не вижу смысла это не играть. Ты называешь это оружием? Хорошо, что дворфа на Элема не сыграл в прошлый раз.
У него рука, походу, тяжелая, в лицо ходи. Но все равно надо убивать то, что он выкладывает из вариантов. Надо подумать. К сожалению, Сайленса у меня нету. Но можно, кстати, скопировать животика. Копировать животика. Да. Бьют пойти 4-4. Плюс 3-1. Если зайдет, будет вообще отлично. Да что ж ты кривой-то такой? Ну ладно. Ну значит, это 4-4 плюс 3-1 зайдет. Без вариантов. Вот, здесь, наверное, можно пинг плюс паукан. А этим дойти до лица. Отлично, говорит, огр ходит в лицо. Огр вообще пофигист, ему насрать на все, что вокруг происходит, он ходит по лицам только. В принципе, тут летал на столе стоит. То есть, если там никакого таунта не будет. Интересно. Не, там еще может быть световая бомба. У меня-то опять повреждений будет. 7, 8. Световой бомбы уже не будет. Но тебя это тоже не спасет. И это тебя не спасет. 15. Так, считаем. Так, 4. Так, это 10. 12 я могу. 13 дать. В принципе, все от огра зависит. Если он сейчас зайдет прям в лицо... Так, не хочет огр по лицам ходить. Топтать лица не хочет. Ну ладно, тогда придется целый ход еще подождать. Пардуньте. Ну-ка посмотрим, что там. Подстава, ребят. Надо было его класть и потом размениваться. Бывает и так. У меня кончается время. Что же делать? Мой клинок жаждет крови. Под кольцо света идеальные существа стоят. Они уже давно, да, стоят. И... Типа, у меня летала нету? Че он так? Да ты запарил! Слушайте, ходит налево все время. Огр, который, по-моему, ни разу не сходил туда, куда я ему сказал. Едем дальше. Сходил по лицу, да уж. Огр вообще красавчик. Непослушный попался огр. Огр не хочет быть рабом. Все верно. Ты, акутер. Не стоило напрашиваться. Бомболейла, дворф.
Ну вообще за 3 маны как бы 4-3 это вообще хорошо. Но это точно нет. Утер. Утер, блин, там надо каких-то мелких существ все-таки. Давай так попробуем. Что ж ты же закат... Я его оставил только из-за того, что 3 маны. Единственное, из-за чего я его оставил. Остальных я убрал, потому что слишком тяжело, и надо полегче существ на старт. Получите, распишитесь, деталь. Щит тебе, щит мне. Надеюсь, у тебя нет того чувака, который сжирает щиты. +3/+3 получается за каждый щит. Непослушание ведет к победе. Надо будет еще на ютубе лайк поставить под видео. Правильно, не слушайся. Ставь на ютубе лайк. Обратный переключатель. Вот ты какой молодец, а! Лему можно поставить, либо паук плюс пинг. Да можно, конечно, и паук плюс пинг, и лем. Мне теперь, блин, если бы он не переключил бы, я бы, конечно, пингом снял и отковал бы. А, но потом, конечно, его тоже убил бы. Интересно. Теперь получается, что надо, наверное, все-таки этим на 1-1 в атаку идти и ставить все-таки Элема. Плохо. Вот это очень плохо. Превращение. В принципе, это может поломать в обратку, да? Ну, тут либо поганище надо ставить. Пусть сам разгребает его, да? Либо превращение. Не, превращение как-то... Как-то не как-то. Что может с ним сделать? Надеюсь, у него нет никакого там сайленса или еще чего-нибудь. Что? Примкни к нам. Пусть боль говорит за меня. А, падла, сейчас надровится еще. Так, что ты там кладешь? Еще надровился. Вот ты дру машина прям какая, а? Вращение в пар, это не то, что нам надо. Тут, наверное, крошер с пауком. Я просто боюсь, что там опять какая-нибудь печать королей или еще что-нибудь зашло, поэтому надо убирать со стола. О, засранца. Да. А где все мои дровилки? Мне это надо. Пора пустить кровь.
Что же делать? Так, нашим берзерким паука пойдет. Волну или пинг с секретом? Не-не-не-не. Нет, пинг-то я сделаю. У меня кончается время. Может быть и с секретом. Много секретов. Санарцкол! Че, как вы думаете, достойно волны огня? Или пока не очень? В принципе, это надо как-то убирать. Неплохо сыграно. Можно за ноль дыхание дракона прям сыграть. Но я не буду этого делать, конечно же. У меня еще вейпорайз есть. Жду приказания. Во-во-во, гейпарад-то накрутил. Так. Вот сейчас бы как раз пригодился бы этот любитель мазохизма. Наверное, овца в крошера. Блин, у меня тогда получается обращение в пару идет в никуда, считай. Что ж ты мне выдал, а? Даже в атаку не сходить. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Где ж ты был на прошлый ход, парень? Ну и что теперь делать? Можно этому парню подпалить что-нибудь. И поставить служителя, наверное. Это самый вменяемый вариант. За меня. По-любому, как бы, типа, две карты дровнуть. Да не, господи, да что ж ты этим-то пошел? Неплохо сыграно. Ну ладно. Тревога! Поднять щиты! Жесть, ты что там понабрал-то, а? Жду приказаний. Не чтобы вот этим вот пойти в атаку первым, а? Я вообще предполагал, что он лицом и 2-1 убьет вот этого. Я специально так подготовил. Блин. Паразит. Да, это гениально. Что-то косяком пахнет, ребят. У меня кончается время.
Может вообще пока ничего не делать? Там все равно маленькое, слабенькое. Сделай мне боль. А могильщика? Ёлки-палки, супруга дракона. Серебряный клинок. Да откуда ж понавылезало-то столько всего? Да, боюсь, здесь уже GG. Так, 4. Интересно. Неплохо. Так, блин. Четыре, два. Что-то косяк какой-то везде. Дворфов, паука и стенку забирай. Да я стенку забираю, а дровить кто будет еще? Ты называешь это оружием? Блин, а что ж я туда-то стрельнул? Там еще рука 4-2, конечно, беда. Да не, как-то вообще не камильфо. Видите, я как не горячо? Да нет, как-то не заходит вообще. Страшно не заходит. Интересно. Страдаю все от этого. Ой, я кого-то там прибил. Да я этого Аргуса уже хрен те знает сколько жду, если честно. Да. В принципе, здесь GG, я думаю. Был бы... О, пришел. Аргусятина пришла, прикиньте. Был бы у меня пиробласт еще в колоде. Замечательно. Но он все равно летал делает. Какая разница, поздно уже. Слишком поздно он пришел. Это партия за тобой. Вот удивление, да? У меня огромное количество существ 2-3, они приходят в конце, а вначале мне заходят на 4, на 5 маны. Я, если честно, в шоке. Грош! Грош хорош! Или смерть. Не стоило напрашиваться. Вот так вот. Опять зашло. Ну ладно, тут хотя бы есть что сыграть на старте. Не пробовал играть через провокацию. Чё? Сидеть это спамить эмоциями? Здравствуй.
И, между прочим, когда я собирал колоду, насколько я помню, вот ни одной карты с провокацией не упало, кроме этого животика, который взрывается. Чего бы и нет? Пусть убивает. Там и служитель зайдет, если там ничего такого не будет. Но там может быть топорик сейчас на 3-2. Ну что, рискнем? Пусть боль говорит за меня. Топор и все. Я же сказал, сейчас топор и все. Гениально. Вот что называется. Я всегда знаю, что у меня есть и что мне надо. Пауков, да, пауков. Пока там все мелкие, надо... Еще, глядишь, можно хорошо главой культа тут откушаться. Будет. Возможно. Будет пауков разбирать или нет? Пошел пауков кромсать. Что ж ты этого-то не развоплотил? Засранец, а? И все не так сделал, как надо было. Либо ледяная стрела. Ледяная стрела этим сюда. Не-не-не-не-не. Ты называешь это оружием? Нет, две ледяных стрелы, оказывается, даже прикиньте. Сейчас я, конечно, навпитываю. Если у него мужички есть, то это вообще до свидания. Будет катастрофическое везение. Что же теперь? Дай мне задание. Я думаю, в кого стрелу пускать? Наверное, все-таки в командира. 2-3, 2-3. Он, скорее всего, что-то выложит и кого-то из них убьет. Есть ли смысл?
вурдалак, он же апнется, да? Что же делать? Да, наверное, вот так. Сначала портал посмотрю. Так, неплохо. У меня кончается время. За 3-то маны, 4-5. Главное поставить еще смочь. Эй, ты. Все-то у него есть. Блин, вот воин, которому на оружие подошло. Подоспело. Прям молодец. Так, ну здесь фаербол прям по нему плачет уже. В принципе, он его убить-то этими не сможет. Что-то примеряется к моему лицу. Наверное, что-то есть в лицо ударить. Задумал. Может. Может. Я должен сделать выбор. Видать, тяжелый выбор-то, а? Ох ты ж, блин. Косяк Иваныч, а? В принципе, если там у него чем-то добить есть, либо чарч какой-то, то здесь джи-джи. Я, конечно, зачищу то, что у него сейчас на столе. Интересно. Да. Да понятно, что я не буду ее разменивать. Так, дыхание будет стоить у нас 4. Так. Ну, в принципе, если у него там что-то есть на добив, то GG. Но если бы что-то было, я думаю, он бы поставил. Ни хрена себе! Какая карта пришла, ребят? Офигеть. Отлично. Тут, наверное, можно не думать. Пора пустить кровь. Примкни к нам или умри. Придется сливать гарпию. Примкни, ну ладно. К нам, или умри. Ух, чарч появился, прикиньте. Витя, у тебя летал был.
Летал был? А чё ж вы раньше-то молчали? Так, тем, кто оскорбление кидает, ребят, сразу удаляйте из чата, пожалуйста. Если люди не могут сдержаться, их проблемы. Может. Ну и ладно. Долго думал. Протекшн, протекшн, да. Галды, надо же, вот фигню какую-нибудь пихнет. А мог же, да. Ну, ничего страшного, бывает. Ну... Так, ну-ка, 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 что там у меня? Шаманом. За мат вообще, ребят, сразу пермычи давайте. А, так. Вы земля и огонь. Услышьте мой зов. Где ты? Господи, блин. Так, что тут у нас есть? Сейчас хоть тралкой сыграем, посмотрим, кто такой. Так, лавовый шок, выброс лавы. Как по мне, картинка одинаковая почти. Две единицы урона, все ваши кристаллы маны освобождаются от эффекта перегрузки. Пять единиц урона. Перегрузка 2. Два дамаги за 2 с освобождением, либо... 5 дамаги, считай, за 5, можно сказать, потому что перегрузка потом еще идет. Зато этой картой можно какие-то тяжелые существа выносить с доски. Блин, даже не знаю, толстых существ выносить или нет. Пока лаву возьму, ладно. Говорящий с ветром, что-то шаманское, ваше... Выбранное существо получает способность неистовства ветра. Это, наверное, хорошо. За 4 маны 3-3, но неистовство ветра на кого надо, если кинуть, это будет круто. Давайте возьмем. Так, самовар. Здесь, наверное, самовар. Оружия у меня еще нет, чтобы прям на зловещего кузнеца накидываться. Так, что здесь нам подскажет программка? Прям интересно. Вулканический дракон, говорит, крутой. Провокация 1.7, не знаю, я никогда его не брал. Так, за 2 маны здесь есть берзерк. Дракон. Да, ну и выбор, я вам скажу. Ну и выбор, блин. Ну, наверное, из этого из всего лучше долгоногу взять. Хотя 4-5 существа, как по мне, лучше, чем 5-4, которые за 4 маны. Жажда крови. Ух, возрождение. Наверное, жажда крови все-таки. Таракан огонь. Ага, он еще и своим же тоже подлян кидает.
Уничтожает существо, возвращает нам, ну, тоже неплохая вещица. Давайте жажду возьмем. О-о-о! Две единицы урона двум случайным существам, но это на старте хорошо. А это какой-нибудь толстенький их выбивать, да? В принципе, программа оценит их почти одинаково. Перегрузка 1, здесь перегрузка 2. А у меня уже была перегрузка. Давай раздвоенку возьмем. Пыли демон вообще в никакаху, зачем такое нужно? Получает плюс один, когда вы выбираете, что целью заклинания. А у шамана есть какие-то заклинания-то такие? Да нет, вроде бы. У нас есть в руке дракон? Нету. А, не, есть. В принципе, может и техник зайти. Хорошо, ладно, будем надеяться на техника. Так, топорисима заехала, ребят. Ну, здесь, в принципе, все три карты классные, но топор — это огонь. Мистик, поганище, экзорцист. Вот интересно, что чат скажет. Я бы взял мистика. Но тут понятно, что поганище или мистик, я бы тоже, наверное, мистика взял. Ох, рыцарь дл... Какие классные карты, а? Здесь и тотем языка, и рыцарь длани тоже неплохо. Провокация может сыграть. Наверное, тотем? Гном-техник, сейчас приценимся. Механизм, вентилятор, но его обычно убивают очень быстро. Больше-то и нету. Да. В принципе, 3-3 за 3 маны тоже неплохо. Так, рывок. Наверное, его возьму. О как, ты смотри, он решил мне накидать, а? Обнулятор, лавовый шок. Наверное, я все-таки возьму обнулятор. Земной шок. Так, что у нас с существами? Плохо с существами за два. Плохо. Земной шок тоже классно, блин. Это не мота. Вот и думай теперь, что брать. Наверное, все-таки шок. Еще один топор. Лидер рейда. Пусть будет топор. Вот теперь, кстати, и кузнец может заиграть. Тем более за 5 маны толком ничего нету. И топора 2. То есть даже если я один потрачу, то второй может оказаться в наличии. Но есть и добор. Добора-то у меня вообще сейчас нету. Да и за 2 маны существ нет. Вот сиди теперь и думай, что лучше взять. И то отлично заходит сейчас. Нет искателя. Какого искателя? Ты о чем? Брать карты круто, да. Всегда надо брать карты. Хорошо. Я тебя послушался. Так, когда вы разыгрываете карту с перегрузкой, это существо получает плюс один, плюс один. А что, у меня там было на перегрузку, да? О, раздвоенная молния, отличная перегрузка. Топор с перегрузкой. Нормально, надо брать. Плюс один будет получать всегда почти. Так, что это такое? Выбрано, что получает предсмертный хрип. После смерти оно вернется на поле боя. Но здесь, я думаю, командир все-таки заедет. О, вот это вообще имба. Здесь все три карты имбы.
Ладно, возьму профильную карту. Здесь, я так понимаю, микробот, без вариантов. Ну, кстати, неплохо, я же этого брал. Гном и техника. Вот тут у нас и робот, смотрите, появился еще один. Так, еще один вольный элементаль. А это что такое? Молния раздвоенная. Не, пусть будет элемент. Неплохо все. Дракончик, я думаю, зайдет. Тем более у нас там был драконий... Техник крылатимый был, он на дракончиков работает, тоже хорошо. Прям комбы собираются одна за другой. Так, 4 маны, просадка. Крошер обязательно. Вот тут вопрос. Опять долгонок пришел, прикиньте. Опять жажда крови. Две жажды крови, это не многовато для шамана? Бери много швали, плюс жажды крови равно летал. Вторую жажду, говорят. А кто-то говорит стража. Мало комбо собрать, их еще вытащить надо. Но чем больше у тебя комб, тем больше шанс вытащить. Говорят, стража бери. Ну давайте, они в принципе равноценные почти все были. Давайте возьмем стража. О, вот это вообще имбища. Что у нас за 5 маны? Вообще беда, ребят. Ничего нет за 5 маны. Будем рушить чужие оружие. Добора вообще нету. Беда. Вообще полная беда. Никакого добора нам так и не дало. То есть единственный добор, который был, я взял, больше нет вообще. Ну, можно, конечно, еще гном-экспериментаторов взять как добор. Но это жесть. Боевой клич получает плюс 1 за каждое существо противника со способностью предсмертный хрип и... Так, что у нас там? Ничего восстанавливать здоровье не будет. Да, косяк полный вообще, ребят. Ну что я вам скажу? Колода-то неплохая. Блин, добора нету. Нету топора, оружия, которое при разрушении +2/+2 дает механикам. Вообще имба на арене. Учитывая, что механики мне все-таки зашли. А, тотем на хил, точно я забыл. Буду сражаться с честью. За молот Рока! Вот так вот начинаем. Он говорит, срал и утер. Нормально, тут посрал и потом утер. Шаман из них один из наисложнейших классов на арене. Пишут. Ну, можно додуматься до этого, конечно, да. Эти все перегрузки учитывай. Рог тоже тяжелый. Ой, ты сейчас как пойдет выпускать там говнодавов каких-нибудь. Есть ли смысл в 2-1? Почему бы и нет? Но он его убьет, наверное. Может в лицо пойти. А если убьет, я карту получу. Мне сейчас важнее. У шамана 3 руки. Отлично, Флил успел на песенку. Жду приказаний. Так, это если я делаю перегрузку, то я не смогу сыграть, у меня будет 2 перегрузки. 4 маны с 2 перегрузками не хватит маны, прикиньте. Прикиньте, маны не хватит. Комбу сыграть. То есть... Погодите, а у меня... Тотем на СПД может вылезти? Может.
Он, конечно, все может, но не вылезает. А если я сейчас с перегрузкой сыграю, то на следующий ход, блин, косяк какой-то сплошной. И что делать? Времени мало. Интересно. Я тогда в темпе вообще жесть как потеряю. Ну, что делать-то? Не дождешься. Топор зашел. Слава тебе, яйца. Повезло. Ой, говнюков сколько накидал, а. Тотем такой стоит, сам себя хилит. Вот сейчас вот этот-то с перегрузкой зайдет. В смысле, с +1/+1. Но у меня будет 4 маны. Может быть, он какой-нибудь это секрет поставит. Что приказание? Классно. Так. Конечно же, надо тотем избить. Одна проблема. А нифига. Перегрузка должна быть в момент, когда ты его выкидываешь, получается. То есть нужно комбо его выкидывать. Сначала что-то, чтобы у тебя была перегрузка. А потом его. Что же делать? Понятно. Мистик Келтузада тогда пойдет, тут без вариантов. Неплохо. Сразу закомбить его не с кем. Меня. Ну понятно, что мистика. Сейчас он его, конечно, изнасилует, скорее всего. Но зато... И смотри, как он его извращенно-то просто отымел. А, дракончик зашел теперь. Теперь я думаю... Не, ну этого можно потом сыграть. Можно, например, поставить, попробовать огнестраж... А, не, огнестраж тогда на следующий ход надо ставить. Чтобы он зашел с перегрузкой, плюс еще вольный элементаль за ним заехал. Так, а если мы... Да, на следующий ход два элема хорошо идут. А если я ставлю... Блин, как... Либо командира сливать... Дефаться так командиром. Либо ставить техника, получать в лицо еще 5. Интересно. Нет, 3-3. Неплохой вариант. Стихи, направляйте меня. Можно было при помощи земного шока еще вот этого, конечно, забрать, но... Дай мне подумать. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Ну вот, у него-то дров-то есть, я смотрю, да? Теперь ему надо выбирать, кого он хочет убить.
что убить и того, и другого не получится. Интересно. Надо действовать быстрее. А-а-а! Все, я понял. Спасибо, что наконец-то донесли до меня эту мысль. Когда вы разыгрываете карту с перегрузкой, это существо получает +1/+1. Надо было его сначала ставить, а потом играть карты с перегрузкой. Блин, читай, как говорится, 53 раза. Жесть, это ж надо... Так. Значит, надо сначала этого Элема, потом этого ставить. То бы я сейчас понаставил. Так, но тут не факт, что его надо играть. Что же делать? Может быть, вот этого надо кинуть, а? И чпокнуть 4-2. Потом еще земляным шоком вот этого чпокнуть. Да. Я наконец-то понял, как карта работает, ребята, это просто праздник. Блин, надеюсь, у нее там ничего такого сверхъестественного нету. Типа... +4, +4. Твоя магия тебя не спасет. Обидно. Что там за нуб ему советует? Уберите его. Шок для комбы под Эля заходит на все 100. Сейчас о чем? Так. Что-то он задумал. Там, походу, этот, который 2-1 выскакивает, да? Наверное, секретка 2-1, да. Так, что у нас есть интересного? Выбор славы с перегрузкой. Может, атемчик? Ставь оба элема, погоди. Оба элема. Можно, конечно... Блин, а прикиньте, если он меня сейчас разводит просто. Что же делать? Проверь элементалем в лицо. Оказалось, все нормально. Вот, ну что там, оказывается, было. Ну это ж надо, это везение, а? Ха-ха, минимальную атаку дало. У земного шока нет перегрузки, нету. Интересно. А 2-1 раза при любой атаке? Я, по-моему, думал, он только на существо, если атака идет. Даже на лицо, если идет атака, он тоже срабатывает. Ментальный дисфокатор Т-130. Я щит Аргуса. Летал. Ай-я, все летало. Так, ну давай посчитаем. Летал, кричат. Так, это я кидаю. Что у меня маны не хватает. Так, это я кидаю. Это получается 6 + 4 + 4, да? Каким местом здесь летал-то? Ах, в лицо лава бурст. Точняк. Слушайте, что-то я сплю. Что же делать? Thank you.
По-моему, пора уже идти спать. Сижу, летал, вообще не вижу. При том, что мне сказали, что там летал, я сижу, его и не вижу. До свидания. Так, погодите, там кто-то 50 рублей, по-моему, донат кинул. За молот Рока! 50 рублей прислал нам. Человек написал: спасибо за стрим, добрый двойник Дмитрия Ларина. Я не знаю, кто такой Дмитрий Ларин, если честно. Ну, может быть, я его и знаю, но не по имени и фамилии. Так, а там кто? Паладин? Аннулятор? Блин, а если там гей-парад, аннулятор вообще круто. Давайте так оставим. Солидно. Еще солиднее прям стало. Совсем солидно. Нет, надо. Жалко так, что перегрузку дает. Фидонил, падла. Блин, надо менять. Надо убивать теперь. С монетки Элема. Он его сожрет. Вот-вот. Надо убивать, наверное. Конечно, грамотный от него ход был. Тревога! Поднять щиты! Жду приказаний. Ну вот теперь, наверное, можно и Элема. Пять-шесть. Ну, немного. Ну, в принципе, здесь как бы пофиг немножко. Пока что. Ты что там решил забрать? Странно, я бы этим ударил. И двух мелких оставил бы. А, вот на что, понятно. Расчетливый какой попался паладин, а? Так. 3 плюс что-нибудь еще за 2 можно, да, кинуть? Например, топор буря. Тут же ударить, снять щиток.
Что же делать? О, министре, правильно рассуждай. Моя работа крайне важна. Что, перегрузка на перегрузке. Так, у меня сколько маны-то будет? 5 маны будет следующий ход. Ни туда, ни сюда, как обычно. Ну, сейчас, конечно же, плюс 4, плюс 4. Давай, кидай королей уже своих, я знаю. О, закупился молотками, а? Ах ты что? Интересно. Ну, наверное, обнулятор. Что тут еще ставить-то? Обнаружена магия. Он тебя раздел, пишут. Да уж. Карт у него там намного больше. Ох, где ж ты их рожаешь-то, а? Что будущее нам готовит? Да, какой-то парень вообще помешанный, ничего не дает выставить. Здесь, видимо, дракончик идет с крошером. То, что просто крошера поставишь, он его лицом, да, собьет. Можно попробовать через тотем сыграть. Справедливость должна быть восстановлена. Этого лицом. Времени мало. У него просто карт много, понимаете? Я вот переживаю за это. Также я переживаю за то, что мне как надает. Так, интересно, что ж там вылупится. Ну, он сейчас его и убьет. В принципе, ему только так делать. Было бы 3 атака, да, было бы приятно. Так, прям сам сидит, думает, как же так? Он может либо убить дракончика, либо тотем. Стоять быстрее. Дай мне подумать. Да ты что, шутишь что ли? Жду приказаний. Ух ты ж засранец какой! Так, ну здесь в принципе можно кинуть неистовство ветра на него, убить мелкого, убийца об этого, кинуть за 3 маны этого, еще 1 мана останется даже. Ощути силу ветров. Времени мало.
Можно было бы как-нибудь Сайленс у него поверить. Если бы Сайленс что-нибудь дал бы для него. Смотри, какую пакость приволок, а. Ой, спасибо тебе. Так, ну можно, в принципе, шакануть, да? Да это понятно, что шок и убить, это вообще отлично будет. Я вот думаю, что это у нас тотем, наверное, какой-то. Так, ну, наверное, тотем, микробот и долгоног. О, как. Вообще прекрасно. Не, там летало не будет случайно следующий ход? Плюс 3 к атаке. Это будет 6, плюс 3, 9, плюс 8, 17. Ничего у меня не будет. Это упадло освещение есть. И живой останется. Поднять щиты. Ну, в принципе, это слив. Если бы у меня не было освещения, еще можно было бы как-то. А так... Так, конечно, беда. Да, здесь уже точно 100% слив. Я это никак не опрокину. Никаких вариантов у меня нет вообще это сделать. Никаких АОЕ магии у меня нет. Сейчас посмотрим, что там еще выйдет. И можно ливать. Ну, это из-за того, что отсутствует добор вообще в кого-то. Раздвоенная молния, прикольно. Жах тебе дал. Ну ладно, есть понятно. Четырный меч для арены. Обычно, если он выходит, это ГГ. Да, меч не меч. Здесь просто колода без добора. Понимаешь, это тоже можно было бы все как-то обыграть. Один и жрец. Опа, шаман чернокнижник. Я, правда, не уверен, что я шаманом что-то наиграю таким. Пошли дальше, сыграем еще. Не везет. Ну, видите, ТАУЕ у меня никакого нет, а добора нет тоже. Косяк. Срал Эриксар. Начнется охота. За молот Рока. Блин, ну охотник это круто, это мистика надо приостановить. Да что ж ты будешь делать? Выкидывать такие толстые карты. Куда подевалось все золото? Слил на арене. Ни хрена себе. А то он сейчас как выставит какой-нибудь там до хрена. На 4 маны меньше. Мама, я уже боюсь. Раз он его сразу не выставил, то там что-то вообще жесткое.
сейчас там тираннозавра какой-нибудь призовет. Твою мать, кабан выскочил. Ладно. Он, кажется, все равно на нее нападет. И съест. А нет, не съест. Не съест. Тотем-то похилит, да. Что он там такое вытащил-то, я не понял. Ты какой злой. Либо долгонога надо кидать, либо тотем с кем, блин, не, на дракончик. Получается только долгоног. И в атаку не идти. Покажи свой бетл так. Да зачем он вам сдался, ребят? Я все равно всех повыкидываю. Okay. 1-5-7-6 у меня бетл так. Решил по лицу прогуляться. О. Делает его 4-4, я смогу убить этого. Или этого. Если в того попадет. Да, тут молния идет 100%. Вот был бы это 4-5, а? Вот я говорю, это 4-5 намного лучше, чем 5-4. Лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Что же делать? Вот теперь сиди и думай, кого оставлять, кого менять, да. Так, здесь, наверное, все-таки я сыграю. Не знаю, может, я неправильно, конечно, выбрал, кого менять. Да, Mass Silence какой-нибудь, да? Интересно. Так, на следующий ход у нас будет 5 маны, это... Походу, делаю экзорсист. С тотемом. Надо будет еще посмотреть, что зайдет. Может быть, понаставить маленьких собирателя. Интересно.
Интересно. Наверное, все-таки собиратели тотем зайдут. Почему я этим бил? Потому что тогда будут оба существа хилиться. Если бы я этим ударил, то бы этот только хилился опять. А этот бы фулл хпшный был. Вот. Против ханта, не знаю, у него вроде как... Да, добора нет, надо почаще использовать тотемы. Я тоже об этом подумал. Нужно компенсировать отсутствие карт, количество карт тотемами. Вот хил тотем, он уже, по-моему, отработал себя раза три, если не больше. О, сейчас свисток, если будет, это жесть. Это я и мистер Кусака. Нет свистка. Че ж он тогда гиену играет? Серьезно? Так, давайте подумаем. Ну вот этот, наверное, сюда пойдет, а этот сюда. Но хил тотем я сливать что пока не хочу. Делать? Плюс два к атаке я могу тотемами вообще зайти-то. Вот сюда так поставить. Даже вот так. Этим заехать туда, этим заехать туда, а этим туда. Времени мало. Ну давай быстрей! Тормоз. Зачем это аним... Можно анимацию вообще отключить? Ух, прям вообще! По миллиметражу прошел, гад. Мы должны очистить солнечный колодец. Бей быстрее. Ну там у него вообще проблемы, я смотрю. Давай, сейчас заходит мне Бладласт, и мы делаем летал. Нет, не заходит. Да где летал-то? Где там летал был, я так и не понял. 20 здоровья. Прими в други Wild Rage. Нет такого. Вот же он. Инфинитив только какой-то есть. Напрашиваться. За молот Рока! Удивительно, вот всегда на сдаче дает каких-то толстых парней. Ох, господи, вот это дроп, а! Дело сделано. Что угодно. Ока. Сейчас он кидает механизм и начинает мне ломать что-нибудь. Думает пинг. О! Нифига себе, пошла артиллерия. И что, выпало?
Жесть. Так. Что это такое вообще? Хрена себе, 3-5. Вот это он прокастился, а, падла. Хе-хей. Ни хрена себе там. Ни хрена себе там. Девочку. А что еще делать-то? Это еще и механизм подстава, прикиньте, я этого не смогу обезвредить. Даже если вот эту штуку уберу. Что самая конченная карта у Лока. Времени мало. А, он по любым лупит-то, кстати. Ладно, давайте будет девочка, хрен с ней. Как бы ее убить тоже не так-то просто, прям сейчас. Там, зная мое везение, что-нибудь да будет против нее. Убивай лавой 3-5. Успеем. Он еще может своего стрельнуть. Там же не написано, что по именно моим существам. Своего давай. Отлично. Молоток. Так. Теперь убивай лавой. Да, надо убивать лавой. Но это он пингом убьет тогда. Я вот тоже подумал, может быть, нафиг не надо лавой убивать. Может быть, 3-1 выткнуть. Нет, 3-1 не выткнуть, может быть 2-4 выткнуть. Что же делать? Если я его ставлю, этим лицом сюда приходится идти. Времени мало. Блин, а если я лавы делаю, то на следующий ход я его ставлю только. Интересно. Да. Невыгодно лавы по мане. Ну, как бы у меня за 3 есть что скастить на следующий ход. Я из этого исходил. Так-то он пинганет, он потеряет час в темпе за 2 маны, если что-то выкинет. Ну и ладно. Вот, а вольный элементаль выскочит там. Уже будем разбираться дальше. Что же делать? Ну, конечно, мне повезло, что он стрельнул не в меня, а в него. Ну, в принципе, один раз в меня, один раз в него. Это нормально. Ящер и пинг. Ну, логично. В други прими. А кого? Трита никакого нету в друзьях. Вот за это я ее ненавижу, она у меня часто по своим лупила и всю игру мне слила. Сливала, в смысле. Сколько стоит эта пушка? 4, по-моему, она стоила. Ну, а что, неплохо. Да что ж такое, ребят, у меня он всегда минимальный какой-то идет.
что за пакость такая, а? Вопрос, тотем или 3-2? Что же делать? Блин, этого убьет. Ладно, посмотрим, что будет дальше. По-хорошему, он сейчас 3-2 сюда кидает. Этим убивает тотем. Ну, я бы так сделал, по крайней мере. Ну, в зависимости от того, что у него там в руке, конечно. И фаерболом вот в этого. Ну, или овца плюс пинг, там, я не знаю. О, где мой мистик? Мистик! Так, ну если там зеркало, то лучше все, конечно, собирателя, наверное, упустить. Как мне кажется. С кого начать? С Воргина? Кто у меня здесь Ворген? А, не давай ему дропаться. Тоже вариант, 3-1 рывок. Давайте попробуем. Так, и типа шоком его убить, да? Как вариант. Еще самому поставить добор. Все. Так, не хочется шок тратить, но, блин, тратить Воргена тоже не хочется. Почему Ворген, я не знаю, всадник на волке вроде нарисован. А я думал, волна будет. Или волна будет сейчас. Ух, противно-то как. О! Нормально попал парень. Лайкер пишет. Да уж. Есть немножко. Так, ну здесь можно жах тебе дог сделать, да? Так, это у нас тогда будет... 7 маны. Этот будет за 5. И можно будет еще тотем выставить. Блин, если там волна огня, это жесть, конечно. Вот выставлять или не выставлять? Я думаю, он уже... Хотя не факт, чтобы он ее применил бы. Хрен с тобой, золотая рыбка. Жги. Если бы она бы там была, он бы ее потратил. Я бы не потратил, между прочим. Как раз таки выставил бы тигра, а потом бы только тратил. Что нужно потом иметь еще что-то за спиной. Ну и чего? Прям проблему какую-то создал, такое ощущение. Сюда, этот сюда, и до свидания. Эй, а ну отдай! Ответы стали! Ну, дракона... Да нет, я лучше дракона дешевого сделаю. Хотя... 4, если 4 плюс 2, а так он будет стоить 2. 4 плюс 2, да, наверное, так все сделал.
Можно вообще луна света кинуть. Мало ли там придет ему все-таки волна огня. Луна свет не пойдет. Потому что летал и так будет. Луна свет, если это что, переживет. Справились, блин. Кавказцы, говорит. Так, надо еще 3 раза выигрывать, ребят, чтобы еще 60 открыть голды. Ну, пока какие-то слабенькие просто противники попадаются, если честно. Пинг волна не переживет. Там уже 9 маны было, да, тогда не пережил бы. Одолел мага. Начнется охота. О, надо же. Вот мне 2 топора бури в колоде, и вот он зашел наконец-таки. До этого все бои играл, не заходил вообще. Не нужен тебе, говорит, топор бури. Игра мне как бы намекает на это. И опять тяжелые, главное, идут карты. Так. Ты не представляешь, что у меня для этого есть. А потом и кислюк пойдет на следующую. Да. Сейчас хорошо было. Может, тотем? Он как-то не рвется в бой. Да. Берегу. Шхантер, там может быть лук за 3 маны. Кабан в нос прям. Гадство, а. Чё? 4-3 или хрен тебе знает сколько 6? Хрен тебе знает сколько 6. Хрен тебе знает сколько 6. О! Ни хрена себе! Закидает какашками какими-нибудь, не? У него же там есть убивает случайно существо, да, карта? Только не помню, сколько она маны стоит. Но случайно существо может быть и тотем. А, я решил изголодавшегося дать. Так, что мы можем с этим сделать? Так, можно кинуть крошера, а можно попробовать выцепить тотем на провокацию. Это было бы, конечно, вообще идеально. Вероятно, что выйдет тотем на провокацию 25%. Так, ну, в принципе, можно в любом случае кинуться на дракона, убить его. Да, наверное, все-таки лучше убить этот. Тем более присутствует хил тотем. Как бы еще может так быть. Конечно, если сейчас будут собаки, он его сгрызет. Но все-таки. Ну. Начинаю бой!
Так. Блин, 3 урона в собаку кинуть. Что же делать? Оружием. Стихи, да опасно как-то. Блин, жуть как опасно. Похилит, и он такой 1-3 сразу. Жалко, что он просто вот у него было бы у него не уступление, а именно что просто если по нему один раз ударили, то плюс один к атаке, это, конечно, имба была так настакал. Особая настака! На, не жалко. Крови. Ха-ха, падла, техник пришел. Так. Но тут либо рывок идет, да, либо со взрывом заходить. Я думаю, наверное, со взрывом заходить надо, больше повреждений поставим. А рывок можно так приберечь на какаху какой-то. У тебя задержка на стриме? Ну, конечно, у меня задержка есть на стриме. О! Так, кого будешь бить? Ну, так себе вариант на самом деле. Спасибо за внимание, как говорится. Так, Веллари просился. Маверик, помню. Кто еще тут просился? Катарина? Кто такая? Что хотела? Сколько задержка? У меня 0, а сколько там у стрима задержка получается? Интересно, а каково это сидеть перед компьютером и говорить с самим собой? Я не с самим собой говорю, я с вами говорю. Хантом на арену вообще я не знаю, как ходить. Я один раз попробовал. Мне такого говна напихали. Я понял, что лучше не надо. Несколько раз пытался рогой зайти. Там, конечно, очень сильно зависит от того, дадут ли вам агента ВШУ этого, и в скрейты зайдут или нет. И Джайна! Не стоило напрашиваться. За молот Рока! О, топорик пришел. Да, гном, я тоже хочу оставить. Псалом и Миран. Пишет, приятно видеть тебя в ХС. Вот ты чё, я только что тебя скинул, а? Все равно зашла. А так. Там можно будет с монетки вольного закинуть, а потом топорик. Я не думаю, смысла сейчас топор вообще нет кастить. Подождем. Алекса Гак. Прими в други. Ну, прими в други. Нету. Нету тебя в други принять-то. Может, вообще потупить, потерпеть. Не, потупить, потерпеть не получится. Терпеть, тупить не надо.
Иди сюда и сражайся, трус! Подпалил мне задницу, падла. Эх, жизнь моя жестянка. Что же делать? Ну, Пепси Колд, наверное, сососолка. Да, что же делать? Играть топор? Как-то в никуда. Я тоже думаю, что таун все-таки зайдет. Пусть сам ковыряется об него, если хочет расковырять. Прокзур. В принципе, выбор славы решает проблему. Насчет элементаль и шоком вот этого убить. Что же делать? Так, это один из вариантов. Второй вариант. А че, лаву-то? Ну и что, сейчас я кину лаву, и что у меня останется? Ничего на следующий ход. Не трать шок. А что тогда делать-то? Есть только топор бури кидать. Времени мало. Топором убивать вот этого парня и ставить тотем. Смотри, еще одного достал. Я думал, сейчас как идеально получается-то. А он взял, еще одного достал. И этого он заковырять сможет. Блин. В принципе, я могу это все зачистить. Лаву, шок. Надо все это убивать, да. Если это все зачищу, в принципе, я смогу потом тотемчик поставить. Ладно, все давайте чистить. Меня. Убиваю одного и ставь долгонога как вариант. Давай попробуем так. Просто хочется, хочется настакать, но, блин, чувствуется, что не даст. Я, ёлки-палки. Отстала. Идет запуск. Порталы открыты. Ну, в принципе, зато теперь можно хорошо повеселиться. Кидаем этого, кидаем этого. Ну и все, собственно, и курим бамбук после этого. Так, а это кто у нас пришел? Этого потом кинем. Два повреждения я не вижу смысла куда-то отправлять, поэтому оставляем пока при себе. Добавь на Дейли Кайсин. Так, воробушек так и не объявился, да?
Ты откуда достал ты эту крокозябру? Так, ну здесь, наверное, шок и элементаль. Тут я больше вообще вариантов не вижу. Так, в принципе, я могу его убить. Вот. Но тут вопрос, убивать или не убивать. Убей, 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 кто-то кричит. Интересно. Ну, он это в лицо, наверное, поедет. 2-3 убей, наверное. Чувствую, сейчас что-то будет. Нет! А, да! О, третий! Жесть, ребят, не, это слив. Надо было все-таки убивать, да? Нежданчик, да. Играешь топор, убиваешь обоих. Интересно. Ну да. Нет, в смысле обоих-то? Как я их обоих-то убиваю? А, не, я-то их обоих убиваю, так у меня лица не остается. Он мне топором убивает просто, и все. Ощути силу ветром. Чуть-чуть не хватило докачать его, да? Чуть-чуть не хватило. Ну, сейчас фаербол в лицо и до свидания. Это будет эпичный финал. Кто-то сказал бомба! Нет, нет, нет! Да чё ж... И все мне, главное, досталось. Все мне досталось. Это GG. Это GG. Ну это надо так вообще, просто все мне в лицо накидало, в моего крипа. Мне вообще не дал возможности остановиться. Направляйте меня. Лакер. На самом деле, в принципе, я бы это все равно не убивал бы никак, скорее всего. Маг торговод, да, попался и, к сожалению, с фаерболом. Хорошо, магу зашло. И... Джайна! Срал и Джайна. Не стоило напрашиваться. За молот Рока! Где этот тотем гуляет все время, ребят? О, ни разу не заходил. А, один раз заходил, да, было дело. Да я вообще все поменяю. Воробушку добавь. О, нормально зашло же. Почему раньше? Этот вообще, по-моему, ни разу не приходил на старте. О, я говорю, самовар вообще первый раз пришел в игру. Я вот прям думаю, да, действительно, с монеты его заехать. Очень сильный мув. Но если только... Айсболт есть, он сможет его законтрить. Ну, либо там этот, как его, рывок какой-то 2-1. Но маги обычно такой не берут. Ну и хрен с ним. Так, а тут вопрос.
Если я сейчас ее убью сам... Лицо, лицо, и поставить... Ну, тотем смысла нет ставить. Собирателя поставить и получить карту. Либо вообще ничего не ставить. Расслабляться. Так, какой вариант, ребят, вам больше нравится? Ставить собирателя или ничего не ставить? Или, ну, тотем просто призвать, но это так, по фану. Все равно умрет. Хотя лучше тотем не призывать. Ну, что вы скажете? Тотем может с таунтом выпасть. Он все равно жахнет своей обилкой в овцу, и она умрет. Ну, решение есть, вопроса? Призывай тотем. Хорошо, ладно, уговорили. Чувак, хотел что-то призвать, да? Нет. А, еще и сыграть нечего было. Парень, ну это огонь. Все не считают этой карты, но как ее все боятся? Ну, если ее грамотно положить вовремя, это ты че? Ух-ух-ух. Жара. Не, конечно, могу убить этого чувака. Через жажду крови. У меня, в принципе, две жажды крови. Или, погоди, мы не брали вторую. Не помню. Так, что еще можно сделать? Мелких спамить. Плохой вариант, мне кажется. Хотя сейчас самое время для них, потому что скоро один ход, до волны, да. Это надо. Хватит меня отвлекать! Истеричка. Так, это у нас 3 дамаги, да? 6-5. 6-5 это неплохо. Дракончика надо было по центру, чтобы конусом не заморозил. Ух ты! Слушай, ну ты хитрый какой, я даже об этом не подумал. Теперь буду знать. Так. Говорящий Нибелунгами. Тут он классно заходит. Так, чпок-чпок, сразу двоих можно. А так, и потом, видимо, тотем. Да? Вот. Либо какой еще вариант? Элементаль. Вот в этого, да. Этим чпок сюда, но он его, скорее всего, убьет так. Но если там волна огня будет, он все спалит. А если я так сыграю, то интересно. Не спалит. Даже, наверное, лучше заморозить тетку, наверное, да? В кого стрелять? В элементале потрогаешь его, замерзнешь. Ладно, давайте. Я вот так попробую сделать, собственно. Ну надо же. Ну да, с Винфьюри я без стола остался бы. Ха, падла, все-таки где что-то там было. Неплохо сыграно. Ну надо же.
Твою ж налево, а? Направляйте меня. Заруби, говорит, его полностью. Сижу и думаю, что лучше поставить, обнулятор с тотемом или дракона. Наверное, обнулятор с тотемом. Обнаружена магия. Слушайте, по-моему, это у меня первый раз таун тотем. А, не, был, выходил где-то в самом начале. Слабо выставился. Почему не дракон, тоже пустой был? Не знаю. Ты у меня спрашиваешь? Интересно. Так, это по две урона сюда и сюда. Этого можно дорубить будет. Здесь 4 останется. Меня. В принципе, можно жажду дать и забрать этого падлу еще. Я, наверное, все-таки драк кину. Ну, сколько вариантов было? Ветерок в меха. А я ему летал не прописываю. Я ему летал прописываю. Хи-хи-хи. А, нет, не прописываю, одной маны не хватает. Стоп. Блин, жесть. Одной маны нету. Где тут еще вариант взять-то? Так, если просто на него кинуть, это будет... Нету летал, нету. Маны не хватает. Так... Что же делать? Так, ну можно все равно кинуть на него, один раз в лицо, один раз в этого заехать. Этим убить этого убить лицом. Ощути силу ветров. А, не убьешь его лицом. Тупанул. Я все время забываю, что здоровье в минус-то не уйдет. Ну, теперь уж точно летал. Нет, не точно. Извернулся паразит паршивый, а? Зря оружие потратил. И в кого бы я тут его кинул? Интересно. Ну тут как вариант можно выставиться просто по полной программе. Надеется, что он как-то мне летал не пропишет. Хотя есть там, прикиньте, пиробласт, до свидания. Что-то я не так, видимо, сделал, да?
Косяк. Да, это будет слив, наверное. К сожалению. Ну, в лицо сейчас уже ходить не вариант. Блин, одной маны не хватило, прикиньте. Боюсь тут все. Боюсь, да. Иди в лицо и молись на лаву. Времени мало. Так она мне не поможет. Интересно. Здравствуй. Лава мне не поможет. Он не дурак, он, наверное, будет стол зачищать по полной программе. Да, это GG, я тут никак не опрокину. Если только волк с рывком зайдет. Ну, не, не зайдет, не успеет уже ничего. Да, здесь до свидания. Думсер с крошером может выпасть. Может. Но он его убьет. Ха-ха-ха! Ну, теперь 100% тогда финиш хим. Чуть-чуть не хватило, да? Ладно. Победа за тобой. Молодец, маг. Затащил. А что здесь за фиолетовая вспышка такая была? Что это значит? Всем спасибо за внимание. Отправляемся спатеньки.